Джуля, это мы. Да не спеши, ё-моё. Аж пыль поднялась. Жуля, Жуля. Тихо, девочка, тихо, 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 тихо. О, видишь, как раз уже хорошо, уже хорошо. Ты уже отошла хорошо, да не прыгай. Уже нормально, я смотрю. Довольно? Все, уже, слава богу. Да, Жулька. Да, моя умничка, да, все, умничка моя. Що в нас з нашими з утра будемо тут? Да. Ну не пригай, так тобі, наверное, нельзя ще. Ну, конечно. Зараз будемо шов твій смотреть. Майской мазать, да, як тут писали нам. Так, вода є. Що наливали її воду? Хто-то наливав? Да, это наливали. Вона була повна, не настільки повна. Да. Угу. Видно, приходили. Так. А хавчик. Сейчас, смотри. Я же покупала вчера специальный корм. А, да? Все. Ну да, да. Я вчера весь день с ней была, я не готовила ей кушать. У нее все куплено есть. Вот у меня девочка. Девочка, еще бабка моя. Родная. Да, сейчас я посмотрю, что там у тебя на животике. Сейчас все сделаем. Все хорошо. Все хорошо, моя Жулька. Моя Джулечка. Джулечка. Это что такое? Ляпка. Все, бери. Корм есть вот. Я вот же специальные жидкие покупала. А, жидкий. Ну, не жидкий. Ну, ничего себе. Я вчера думала, она вчера не стала. Угу. Вот хорошо ей. Мы еще другую уже придумывать. Да? Да. Что еще и жидкий существует, да? Ну, не жидкий, это как тушенка. Угу. Ну, и вкуснее, да? А вчера она тут не ела, я ей это купила. А теперь есть и ты, да? Жуля, иди. Иди. Быстрей. И не мать, пробуй. О, хорошо. Сейчас и того насыплю. А потом я принесу ее домой. Такую пищу. Типа вкусно? Видимо. Так оно пахнет отсюда. Я бы тоже уже ел бы его. По запаху чувствую, что я бы ее тоже ел. Вот так. Может, таки кто-то заберет? Ну, конечно. Собака, видишь, не рычит, не горчит, до тарелки лезешь. Нету такого, чтобы она... Есть собаки, не пускают до своей тарелки, да? Она подпускает. Ну, конечно. Она преданная, она дается только нам с тобой. Даже вот тем напротив, в гаражах мужчинам она не дается, правильно? Да. Она преданная будет, если у кого-то будет она, то она будет этому человеку преданная. Это не означает, что если она бездомная, то она будет шалтай-болтай. Ну да. Сейчас такие еще кормят тебе. Сухие, да, корм сейчас дадим? Да? А-а-а. Так, он воробьи уже. Видишь? Будем этот кормить. Тільки не кидай її, щоб не стрибало. Ні, я не кидаю, я ж даю. Та ти ж вона не співає, воно повилітало все. Ні, я їй два тільки й дала. Да. Не голодні називається. Ты иди. Вот через два дня будет дать. Правильно? Она сегодня уже
утро. Еще суток не прошло. Да. Уже как себя нормально чувствую. Нормально чувствую, да. Еще сутки пройдут, конечно, она будет. Ну, воно таке, що то тверде дуже, да? Ну, вона це чому-то любить. Я ще два покупала других. Да. Те вона хуже їсть. А так їй нравиться вкус. З дитинства привикла до цього вкусу. Ні, я одразу цю першу купила, да, потім другу, і вона тут плохо їла. Да? Этот вернула, вона його хорошо їсть. Хорошо. Путик, потявусечки чуть-чуть. Водочка, водочка. Срочно. Да там что-то кормишь. Она вон то. Сейчас еще чуть-чуть нет. Тут же еда была, мы вчера уходили. Угу. Джулечка. Девочка. Она уже наелась-то им не интересно уже. Да почти. Джулечка. Все уже, все. Закончилось. Она даже придет, чтобы ее погладить просто. Не по-любому. Только, не только корм. У нее здесь такая хорошая девочка. Вон уже голубы сходятся. О, я им хлеба принесла. Сейчас вороны. О, голубом хлеба принесли. Да. Джулия его не будет. Так давай, где, Таня? Сумки твои. Мои сумки? Да. Ну ты даешь. Обед отдельно принесу, да? Без весенки обед принести, как последавшей. Голуб боится. И он смотрит тоже на крыши. Зато воробьи чуть-чуть понаглее. Я сейчас буду выезжать сюда машину ставить, ё-моё. Ну, ладно, трохи дальше поставлю. Я все такое еще куплю. На, Тань. Какой раз. Я взялась. Мазь. На, держи. Главное, Коль, корм положи. Угу. Что так накидал тоже? Так, а я. Тут машины ставлят, дело в том, что, Тань. Ну так скоро они там будут. Так, туда я точно буду выезжать сейчас. Сейчас? Ну, конечно. Так, а голубь туда могут пролететь. Так ты уйдешь, и он подлетит поесть тут. Гуля, 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 Гуля. Так куда же он до собаки летит будет? Не Джуля, а Гуля. Это те, что в парку голуби, те не боятся. Ой, тут... да, эти не приучены. А те, да, те боятся немного. Те, что под домом живут. Те вообще на ногах. На голове ходят просто. Ну ладно, горобцы съедят, а что? Да, он лом. Це горобець. Да? Джулечка, девочка. Лопный горобець, скажет. А ну, не-не-не-не. Он где, он же голубь полетел.
Дай мне живот. А ну, ложись. Ляж, 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 ляж. Жулечка, ляж. Воно, голуби. Ну вони не летять сюди. То не їжа. Я думаю, що це їжа. Та вона його злиже, Тонь. А ні, один шовік, то мені показалось два кусочки. Так? Да? Так. Да. Я не знаю. Може злизати її. Все. Гуляй. Все. Не смотрим туди, Ні, не смотрим. Все там красиво. Все. Голуб хоче злітати. Даже і пупик підмазала, да? І пупик даже дівчинки підмазала. Все. Ну, от так починається утро. Де голуб все-таки намерен спуститься, реально. Все, поднимайся. Мы ему просто мешаем, реально. Эта мазь не печет, я ею сама пользуюсь, когда вавки есть, поэтому не обмануй. Давай, пусть давай, 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 опа! Нет, далеко, ну те боятся. Но он сюда двигается. Неужели надо было туда? Та надо было, сейчас, он двигается сюда, но он же собаку боится. Ну він двигається до хавчика, я тобі відвечаю. Держи, жульку держи, щоб вона не бігла. Не спугни голуба, хай вони їх виїдять. Бо, блін, зараз машини понаставляють. О. Пошло, не. Горобчики зараз поможуть. Зараз он сорока, слышь, як шкваркает. Лен, оце скільки воробів. Їх і так довго не було, цих сорок. Воробів. Ага. Та вороб'ї вони взагалі безстрашні. Треба ж не спугати їх. Вам такого і не снилось, да? Просто жесть. Я скоро з утра буду приходити сюди. А тут ціла стая всього мене жде. Злітаються всі, короче. Так це ще немає цих ворон. О, вторая гуля прилетіла. Дівочка, видиш? Угу. Обычно вороны ще. О, заигрывание пошло. Ты в них брошный сезон. Ох, ещё заигрывание. Не, то она типа не хавай чужа. Тобі своєї її. Джуля. Жулька. Джуля. Блін, зараза. Жуля, иди сюди. Она так хорошо стояла, чухала. Так а ж ти не держала за вуха. Джуля, этот хлеб нужен? Припни її десь отам. Иди. Ти що вискочила? Гроза всіх. Я в шокі. І така крилі розпушила, побігла. Все голубов і проб'ю. Ти що? Не ганяй. Така чик. Ну, наш хазяйка тут. Ну, звісно. Все, наблюдаю. Стопля тянтів, кажи, да? Ладно, хай їдять. Нормально їм уже. Сейчас сорока боится больше, она не спустится, она только через... Да, сорока мне на голову тут срала. Вот все, стояла вот тут. Ну ты рассказываешь. Не, ну так действительно, они ни хрена не боятся. Потягуйся. Я через них тут чуть не перечепився. Потягуйся. Ой, ладно. На цьому будемо заканчивать. Дуже длинний ролик, люди не витерплять уже давно. Ти випадеш. Та куди його підріжу? Кажи пока, Жуля. Кажи, зустрітимося пізніше трошки, да? Уже все хорошо? Да? А Жуля, буде ще лучше. Ти спалась нормально тобі в городі? Тихо було? Жуля, нормально? Нормально. Ну, халя, все. Тривога тебе воздушні не тривожили? Бо їх було дві штуки з утра там чи коли. Ну ні, мобільника ні, вона не отримала повідомлення. Повідомлення не було, значить все хорошо, да? Ну, ладненько. Тоді собака, на зв'язі. Все хорошо. Тоді на зв'язі. Все хорошо. О, три гулі.
Та держи її за хвоста, тягни сюди. Джурик. Оце да. Джурик, не йди до них, хай вони поїдять. Точно. Хай вони поїдять. Ти поїла, я їх пусть поїдять. А що сіклет почав пропадати? Може, треба дати кому-то?